абсолютно все разрушено. Собаки. Блин, колеса бы тут не проколоть. Блин, что здесь произошло? Какое-то место, кусты, где спрятать машину. И дальше уже двигаться без нее. Ребята, старинные здания такие. Здесь уже давным-давно все заросло. Посмотрите, как все выглядит. Я такое последний раз видел в Акармаре, в Абхазии. Ни хрена себе, еще собачатина. Везде полно. Как туда проходить-то, когда там стоят собаки? У меня, блин, такое ощущение, что я в какой-то Сталинград попал. Вообще, такое ощущение, что здесь прям бомбежка была. Вот эти все здания, они все разрушены. Вот посмотрите дальше. Все окна разбиты. Офигеть. Давно не натыкался на такой объект. Посмотрим, что здесь. Сколько здесь строений. Оставлю машину в этих кустах. Надеюсь, здесь ее никто не найдет. Там, здесь может быть куча всевозможных лихих людей, которые занимаются мародерством. Не хотелось бы, чтобы колеса протыкали. Ангары какие-то. Ух ты. А вот там как раз они и орудуют. Так, ладно, будем обходить стороной. Вон они орудуют, голубчики. Ладно, надеюсь, сюда не полезут. Такое ощущение, ребят, что здесь ядерная война случилась. Все разбомбили. Это что за звуки такие? Ворона орёт, как будто ее кто-то в жопу пнул. Ребята, места эпичные. Виды, ребят, почище, чем в Silent Hill. Пошли ворона каркать. Ладно. Оп. Собачатина здесь, стая собак какая-то. Ладно, их тоже обойдем стороной. Хрен знает, сколько их там. А здесь уже видно, вот за этим забором начинаются эти заброшки. И где-то в этих заброшках, в этом комплексе заброшек, находится здание, в котором зафиксировали аномальную активность. Что ж, поищем, посмотрим.
все люки стырили. Опа, запретная зона, проход запрещен. Значит, я точно на правильном пути. А здесь что интересно такое было? Стекла целые, решетки на месте. На металлолом не сдали. Вот это жилое помещение. Учебный класс. Интересно, какие-то макеты были. Что это за здание? Почему это запретная зона? Очень интересно. Кровью какой-то что ли измазано, или краской, краской. Полиэтилен пугал. Какой-то учебный корпус, что ли. Опа. Заградительное сооружение. Место для зарядки оружия. Ну ладно, пойдем в эту заброшку сходим. В этом здании, похоже, уже ничего нет. А вот еще заброшка какая-то. Ладно, все по порядку. Опа. Нифига, ребят, как обычно, ловушки. Так, вот он, похоже, вход. Здание-то относительно новое. Все колодцы открыты. Явно крышки на металлолом сдали. Так, посмотрим, что здесь. Ровно, что металлическая дверь на месте. Что за место было? Интересно. Какие-то подписи. Фига, тут здание-то огромное. В лабиринты можно заблудиться. Опа-на.
какая-то лаборатория, ребят. Градусники, оборудование. Может, здесь опять какая-нибудь радиация. Находиться нельзя. Интересно, что за комнаты такие. Загадка. С манометрами, с какими-то. Фига, прикол. Дверь какая-то узкая. Коридоры какие-то, казематы прям. Фух. Современный лабораторный корпус забросили, тоже никому не нужен. Все оборудование, все уже, конечно, вывезли. Интересно, почему все эти места здесь покинуты? Такая огромная территория. Сейчас только видел каких-то странных людей, кстати говоря, в соседнем здании. Мощные закутки. Да, интересное здание. Ладно, пойдем дальше смотреть. Где-то в этой стороне должно находиться это странное аномальное место, о котором говорит Макс. И где-то должен быть жилой дом, который он, кстати говоря, так и не нашел. В подвале которого там вроде как призраки обитают. Ладно, тут где-то должен быть проход. Вот здесь вот я вижу впереди за кустами какая-то крыша. И до нее добраться я пока не могу, потому что здесь вся дорога завалена каким-то хламом, строительным мусором там и так далее. Опа. Как вы слышите, мы здесь не одиноки. Явно кто-то что-то разбирает, железо снимает. А вот здесь мы и пролезем, кстати говоря. Ну или по крайней мере можно посмотреть, кто там орудует. Обходись. Это что-то
склад какой-то, что ли. Здесь уже явно ничего нет, никого. Сегодня ребят, кстати, здесь на этой территории особенно оживленно как-то. В прошлый раз такого явно не было. Ну ладно, по крайней мере, я сейчас уже знаю, в каком направлении идти. Поэтому я думаю, что успех мероприятия гарантирован. Сегодня, ребят, здесь как-то очень оживлено. Лучше по открытой местности не пробираться. УАЗик какой-то катится. Куда-то в другое место поехал. Я сегодня уже здесь наткнулся на две группы мародеров, которые что-то растаскивают, разбирают. Ладно, по этим ангарам пройдемся, чтобы по открытому месту не идти. Пустые участки, надо лучше рысью преодолевать. Кто-то железо приготовил на вывоз. Здесь надо через забор, через этот перемахнуть. Ладно, за забором включусь. Так. А здесь что за здание такое? Это явно не похоже на что-то такое живое. Хотя, конечно, интересно. Какое-то здание закрытое забором со всех сторон. Ну-ка. Надо заглянуть обязательно. Ах ты, блядь. Вот эти бутылки, они валят по-жесткому вообще. Здесь вроде нет никого. Какие-то комнатки непонятные. Ну, в общем-то, и все. Смотреть здесь нечего. Ладно, не знаю, что было в этом здании. Но ничего интересного точно нет. Все-таки как заросло-то. Совсем рядом что-то разбирают. Надо сказать, люди, которые здесь занимаются вот этим, разбирают все вот это, им-то особо терять нечего, потому что они здесь явно незаконно, поэтому могут чем-нибудь по башке дать. И будьте здоровы. А многие из них и документов-то не имеют.
На то они и лихие люди. Херня. Ах ты, бляха. Тут не наступили, где какой-то кусок пластиковой бутылки. До интересующего меня здания совсем немного осталось. Какое-то движение там определенно есть в той стороне. То ли в соседнем здании с тем, что мне интересно, то ли, блин, в самом здании там какое-то движение похоже. Я вот уже кругами вокруг этого дома хожу, чтобы убедиться, что там никого нет. Опять, ребят, открытая территория. Как-то ее надо проскочить. Все эти заброшки с одной стороны пустые, с другой стороны мало ли кто у них находится. Я где-то уже рядом с тем местом, с которым был в прошлый раз, а нужно еще дальше пройти. Ладно, вот здесь вдоль вот этих вот кустов, вдоль заброшенных гаражей пройдем. Наверняка останусь незамеченным. Ладно, поперли. Блин, нифига тут гвоздей. Боксы непроходные, жалко. Да, через них не пройдешь. Все равно приходится двигаться по открытой местности. Это не очень хорошо. Сейчас, короче, ребят, с левой стороны какая-то группа товарищей ошивается. Короче, надо подождать, пока они смоются. Что-то они ждут то ли транспорта какого-то, то ли кого-то ждут. Короче, встречаться ни к чему. Вообще отсвечивать лучше не стоит здесь лишний раз. Смылись. Ладно, мне нужен вот тот домик. Вон то здание. По предположению, короче, это жилое здание,
И именно там, возможно, находится этот подвал, а за ним аномальная территория. Вроде никого не видно. Где-то вдалеке кто-то что-то разговаривает, что-то разбирает. Кстати говоря, могу, конечно, ошибаться, но вполне возможно, это как раз те инженерные сооружения, которые Макс видел. Вон там вышка между деревьями видна. Но там должен быть какой-то еще комплекс трансформаторных установок или что-то в этом духе, как он говорил. Правда, он выражался таким своеобразным языком любителя игры Сталкер, поэтому он назвал эту фигню выжигателем мозгов. Ладно, никого нет, надо двигаться. Погнали. Вроде никого. Интересно, что здесь за здание? Так, это здание все-таки похоже на жилое, по крайней мере. Это крыло похоже на армейское общежитие. Фу ты нахрен! Фу, я думал, человек болтается. Нихера тут форму повесили. Зараза. Вот я подогнался. Твою мать. Фу. Блять. Такое ощущение было. Краем глаза увидел, что кто-то висит. Оказалось. Не, ну это, конечно, жесть. Запасной выход. Да, запасной выход на какую-то коптерку, скорее на склад. Надпись ДМБ-2007. Смотри-ка, здесь остатки утваря, посуда, инвентарь какой-то. Смотрю по-быстрому, что в этом здании было, чтобы составить представление о нем, что это такое вообще. Люстры винтажные. Подсумок какой-то. Или книга, журналы какие-то рабочие. Форма армейская. Так.
Опа, здесь вот очень похоже на оборудование связистов. Коммутация здесь была какая-то. Короче, ребята, это крыло явно здание спецсвязи. Здесь вот, кстати, Невальный стоял. Телефон его здесь находился. Никого и ничего. Ладно, сейчас еще на второй этаж надо пройти, посмотреть, что там было. Инвентарный чемодан. Что-то мне в последнее время чемоданов много попадается. Так, а здесь что у нас? Здание вроде двухэтажное. Вход на чердак, конечно. Как без чердака? Интересно. Ладно. Чердак, в общем-то, похож на все такие же чердаки, которые я уже осматривал. Ничего нового. Вначале я видел подвал, сейчас надо будет на этом подвале внимание заострить. Возможно, это то, что... Возможно, этот подвал как раз то, что Макс искал. Нифига тут, ребят, смотрите, сколько документации, просто горы какой-то разной документации всевозможной. Папки, регистраторы, какие-то подписи высоких начальников. Интересно, что тут за канцелярия была. Просто гора каких-то старинных амбарных или каких книг. Что такое? А, технические характеристики, всякие инструкции по пользованию. Кругом, ребят, разбросана какая-то документация. Нифига там. Смотрите, тут явно какая-то канцелярия была. Кругом документы, документы, какие-то папки. Вот, пожалуйста. Книга учета, наличие движения материальных средств. О, нифига, тут аппарат спецсвязи. Почти целый. Нифига себе. Скажу я себе, документы с печатями, красные папки, офигеть. Хрена, ребят. Похоже, кто-то приперся. Может, конечно, не кажется. Но я вроде как слышал чьи-то голоса. О, ни хрена, смотрите, ребята. Ни хрена, я опять забрался, смотрите куда.
Каждый исполнитель, получив секретные документы, должен немедленно учесть их в описи, форма номер 7. В опись заносятся все секретные документы, в том числе и полученные от других исполнителей во временное пользование. Охренеть, это какая-то секретная часть походу была. Здесь образцы секретных документов. Здесь явно видеокамера висела. План эвакуации. Нифига, так что здесь было за такое? И что за энергетические установки видел Макс? На первом этаже явно общежитие, видимо, тех, кто здесь работал. С правой стороны на первом этаже явно спецсвязь была какая-то. Интересно. Опа. Похоже, лихие люди приперлись. Что-то ломают, разбирают. Кто это такие, интересно, были? Отсюда. Посмотрим. Вроде никого нет. Такие, блядь, че им надо от меня, уродцы. Походу
Не врал, Макс. Что-то у меня башка прям разламывается, раскалывается. Так, ребят, похоже, вот они, те самые инженерные сооружения, о которых Макс говорил. И вполне возможно, что здесь есть охрана какая-то. Сжигатель мозгов встал туда. Хрена. Это мне, что ли? Фу, бля. Здесь точно какая-то охрана есть. Пригласиться надо. Интересное сооружение. Одно радует, что вроде за мной уже никого не видно, никто вроде не преследует. Прикол. Что это за сооружение? Очень похоже на какие-то гигантские трансформаторы. Закрыто все. Заброшенные здания. Блять, крыша едет здесь. Очень прилично. Что-то разбирает. Бля, ребят. Сюда такое ощущение, что в глазах как-то рябить стало. Это как будто по краям рябит. Типа туннельного видения какая-то хрень прям.
Блять, что это было? Нихера. Фу, что-то был на ровном месте. Фу, бля, нихера крыша есть. Может, это хренатень на меня так действует. Мощно. Опа-на. Похоже, они опять здесь. Поганцы. Сзади где-то тащится. Прицепились-то. Полнейший заброс. Это допотопное дореволюционное оборудование. Заброшенное здание. Ладно, надо валить отсюда. Это явно похоже на какой-то пульт управления. Башка разболелась, капец. Явно он не зря говорил, что здесь что-то не то происходит. Опа, а трансформаторная будка-то работает. Ни хрена себе. Так эти установки все рабочие, значит. Так. А что в этой заброшке? Надо пригласиться в ней. Кажется, все-таки сюда зайдут, придется раскумарить их чем-нибудь. Вроде тишина. Блин, что-то холодать стало как-то нездорово. Блин, у меня уж мурашки по коже. И пар изо рта. Идти начал. Что за херня? Здесь у холодильник, что ли, какой-то? Ребят, дубак такой. Ощущение, что чем дальше, тем больше холодает.
леопард реальный. Бля! Ни... Я только что зашел, жесть, бля... Ахи... Это что за аномалия, нахер? Это место. Ну, чтобы до такой степени, это просто какой-то. Бля. Что тут делать? Попробовать, может, тем же путем пройти. Погодой или с чем это, или со временем. Аномалия реальная. Зелень кругом была, лето. А сейчас... В одной майке. Ни хера позгон. Как-то так вроде заходил сюда, шел. Может быть, может что-то не так. Как-то по-другому двигался. Хрен знает. По этой стороне я шел. Как-то так я тут шел и все рассматривал. За мной какие-то придурки гнали. Такое ощущение, ребят, что что-то поменялось. Вроде все там, все на своих местах. Все то же самое. Дурком устала. Назад бы все вернулось. И дело с концом. Хрен бы с ним как-то. Смылся бы от этих придурков. Я все растаял. Блин. Похоже, все на своих местах. Или нет? Твою мать. Но этих придурков точно нет. Но вот погода здесь явно потеплела. О! Где листва-то, блядь? Где гребаная трава? Сука. Твою мать, что происходит-то? Стабилизатор глючит. Что за хрень? Ну что теперь делать-то, блин? Я явно сюда летом заходил. А сейчас...
Не зима, конечно, но... А здесь что за сортир? Блядь. Твою мать. Надеюсь, что я как-нибудь найду ту манипуляцию с движением, когда можно вернуть обратно. Хотя, конечно, сейчас уже не холодно. Уже можно добраться. Вот только интересно, это меня назад или вперед выбросило? Если вперед, то там наверняка мою машину уже разобрали. А если назад, то я еще не приехал. Ни хера прикол. Башку можно сломать. Что за хрень? Твою мать. Ну, отходить от этого объекта я точно не буду пока. Видимо, я как-то так зашел, да не так. У нас такая херня. Или здесь по времени происходит какая-то аномалия. Может быть, это все-таки связано с течением времени, а не с тем, как я захожу-выхожу. Тогда угадать будет сложнее. Блин, ну как я заходил первый раз-то? Бежал сюда и смотрел вот по этой стороне, заглядывал в эти ямы во все. Окно замуровано. Прошел так. Здесь чудесно за резервуары, что у них было. И что за место вообще дурацкое. Комнату смотрел так. А потом так, ну не зима, уже хорошо. Потом, по-моему, я еще раз вернулся посмотреть это помещение. Блин, я уже последовательность забыл. Твою мать, так можно бесконечно тут бродить. Мерзкая дверь скрипит. Опа! Это уже другое дело. Неужели все назад вернулось?
Блин, нихера у меня глюки жесткие вообще. Точно лето. Твою мать. Как я рад этой зелени.